В проекте «Кухня ЖКХ» задаем вопросы Манькову Максиму Павловичу, исполнительному директору УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. Добрый день. На сегодняшний день в жилых домах насчитывается от одного до шести провайдеров на каждый подъезд. Поэтому хотелось бы поговорить о том, как правильно выстроить работу в этом направлении. Зачастую провайдеры устанавливают в жилых домах самостоятельно, не проводя собраний собственников и не уведомляя управляющую компанию. Как жителям легализовать работу провайдера? Действительно. Вообще, в целом, ситуация такая на жилом фонде, что много провайдеров размещают свои сети связей и дополнительное оборудование, которое занимает дополнительное пространство в подъездах и на чердаках, увеличивает нагрузку потребления электрической энергии в самом доме. Да, и зачастую этот вот, вопрос он вообще не легализован ни со стороны управляющей компании, ни со стороны жильцов, ни со стороны провайдера. Хотя периодически провайдеры обращаются в управляющей компании за предоставлением доступа в места общего пользования для обслуживания своих средств связи. В данном случае нужно, естественно, для размещения оборудования получить разрешение жителей, которое оформляется протоколом общего собрания э, с квалифицированным большинством голосов, не менее двух третей, двух третей от общего числа голосов собственников, должно быть соответствующее принято решение о предоставлении права позднего общего имущества конкретным лицам. И, как правило, взимание за это платы определенной. Здесь уже получается, что общее имущество можно использовать с финансовой какой-то определенной выгодой для жильцов и сократить расходы на содержание жилого помещения текущему ремонту, который платит в рамках тарифа. Это касается не только провайдеров, но и размещения рекламы, рекламных конструкций внутри подъездов, на стенах дома. Это касается размещения стационарных торговых объектов. Бывает зачастую, что собственники владельцы и вот как раз таки ларьков вот этих объектов и провайдеров находят конкретных лиц из дома, да, с кем договариваются и неформально устанавливают правоотношения и оплачивают деньги налом. Это как бы надо избегать, потому что, во-первых, это все равно должно учитываться, деньги расходоваться должны исключительно на нужды дома, да, и все-таки это делать через управляющую компанию, а не самостоятельно и все это грамотно оформлять. Потому что если будут какие-то проблемы, там повреждение общего имущества при обслуживании вот каких-то средств связи или каких других моментов, будет нести ответственность как раз управляющая компания. И дополнительная финансовая нагрузка будет на жителей всех. Максим Павлович, дайте совет собственникам. Собственникам можно дать совет, это то, что обратиться, в том числе, в свою управляющую компанию с просьбой провести собрание, для всех жителей, чтобы определить права третьих лиц на использование общего имущества и установление за этой какой-то платы. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892.